Всем привет! Я сейчас нахожусь на середине Волги. Мы уже, в принципе, поныряли часа три. Вот. Идет сильный ливень. Могу вот показать всем. Вон у меня друган ныряет. То есть нам, в принципе, пофигу. Глубина сейчас вот 8,5 метров. Вот, показывают рыбу даже. На эхолоте. Так, рыбы сегодня, в принципе, много. Толстолоба очень много. Но, в принципе, крупных мало. В основном 9-10 килограмм, таких много. Вот, мы ищем покрупнее, чтобы кого-нибудь там стрельнуть, так стрельнуть. Амуры сегодня тоже видели несколько штук. Вот. Я тоже крупного стрелял. Ну, не достал, короче. Так что вот так вот. Молнии продолжают сверкать. Очень опасно, в принципе. Как бы наш молния в нас не зарядила. Так что вот такие дела. Вот. Сейчас, я думаю, все-таки вон с той стороны начинает светать. Поэтому вполне возможно, что часа через полтора, через два выглядит солнышко. Может быть, даже поставлю камеру на ружье. В принципе, прозрак неплохой, но темновато под водой. Поэтому я нырял с арбалетом, не стал на него ружье ставить, на него камеру ставить. Так что вот так вот. Сейчас вот моя очередь передыхать. Сейчас вот немножко попью сгущенки, водички с лимончиком похлебаю. Вот, еще нам звонил тут парнишка. Сейчас попробую, не знаю. Сейчас, если дождик стихнет, возможно, сейчас Андрюхе позвоню по телефону. Спрошу, что у него, как там дела. Может, его еще подберем сегодня. У нас сегодня в планах весь день нырять. Так что вот так. Всем пока.